постучалась в дверь. А еще громче. Неужели? Ты ко мне верю. Падал снег, осень. Столько лет, где тебя носила? Все вместе? Друг. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нес я где-то пуза моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. На сцене их встречают овациями, подпевают каждой песне. Их любят и знают во всем Нижневартовском районе. Победители проекта «Битва хоров» арт-группа «Ларго» в очередной раз поздравляет жителей с днем рождения района. Они покорили не только лично меня, но и вообще весь Нижневартовский район. Настолько гармоничные голоса, такие красавцы парни. Я сама лично подписана и в Инстаграм на них, и ВКонтакте, в группе «Ларго». Восхищаемся. Еще, что очень приятно и неожиданно, такие современные парни, такие красавцы. Большой подарок, конечно, нашему району, нашим жителям – это их концерт. Мы всегда их рады видеть и надеемся, что не в последний раз они к нам приезжают. В Ларьяке они исполняют всем известные народные и эстрадные песни. В краю Магнолии, Червонарута, у Черного моря и другие. Причем поют их вместе с жителями. Тое чистая вода, тое быстрая вода, В репертуаре и новые композиции. Настоящий подарок жителям всего района в день рождения муниципалитета – песни о России и Югре, которые написал митрополит Павел. Люблю тебя, моя Россия, в просторах неизмеренная Русь. География их концертов – вся Россия. У краснодарских артистов десятки выступлений по всей стране. Только в Нижневартовском районе они уже выступали трижды. В Новоаганске, Вате, а теперь в Ларьяке. Для нас огромная радость, то, что мы можем себя назвать друзьями Нижневартовского района. Мы уже так сроднились с Югрой, с ХМАО, что, наверное, чувствуем, что скоро будем здесь жить. Ждем прописку. Ну или ведомственных квартир. Но мы хотим пожелать всего самого наилучшего. Самое главное – хорошего настроения, чтобы села всегда была энергия и желание трудиться, идти вперед. 91 год – это только начало. Ждем 100. Счастья, здоровья и процветания всему Нижневартовскому району. Мы вас очень-очень любим. Кульминацией вечерней концертной программы стал праздничный фейерверк. Россыпь ярких огней окрасила небо над Ларьяком. Последний залп салюта – как заключительный аккорд большого и всеми любимого праздника – очередного, уже 91-го дня рождения Нижневартовского района.